Всем привет, с вами Комнова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео я вам расскажу немножечко о новиночках, совсем капельку, да, то, что мне пришло немножко позже, и все остальное, как обычно, мой заказ. Ну что ж, начнем с вами с нового мыла. Мыло у нас с вами 7 видов, новое, 94% ингредиентов натурального происхождения. Оно обогащено маслами увлажняющими и антибактериальными, что, в принципе, немаловажно, да, в нашей время, без СЛС, СЛС, парабинов и искусственных красителей, и также биоразлагаемая формула, да, то есть значок веган, гипоаллергенные. В общем, вот такое вот оно прям классное, красивое. Цена тоже, если вы еще делаете 50 баллов, то у вас скидка 26%, и тут, конечно, совсем получается недорого, да, 79 минус 26%, если вы берете любые два кусочка. Вот, ну что ж, понятно, что все мыла я не стала перемыливать, но я помылилась одним вот мыльцем, да, то есть вот оно такое, даже не отпечаталось, хотя, видите, еще сырое. Что я вам могу сказать? Все ароматы, они очень тонкие и приятные. Вот сейчас у меня в руке олива, так, секундочку, натуральное кусковое мыло, олива и пачули. Кому интересно, вот, пожалуйста, состав. Не яркий, не бьющий, но очень приятный аромат. От рук пахнет такой нежностью, свежестью. Ручки сами по себе, но я не могу сказать, что оно супер-супер увлажняет, но оно не высушило кожу рук, да, то есть такое приятное ощущение, не сохнет кожа рук. Это здорово, вообще классно, по идее. Вот, само мыло, слушайте, тяжелое, оно большое, оно идет 90 грамм. На самом деле, вот если поковырять сухое, оно очень твердое. Да, то есть вот, видите, я еле-еле воткнула туда ноготь, оно очень твердое, оно, да, как вы видите, прям вообще. И мылится очень хорошо, прямо вот с первого движения уже мыло в руке под водой, я почувствовала прям такую густую, нежную, приятную, обильную пену. Мне это понравилось. Ароматы в нос не бьют, но не супер слабые, но за счет того, что тут все-таки натуральные ароматы, да, я так понимаю, масла какие-то вложены сюда или что, получается очень вкусно и очень так приятно, и на руках вот этот аромат, ну, я не знаю, прошло уже минут 20, и я чувствую, как от рук пахнет чистотой. Это приятное очень ощущение, мне понравилось это мыло. Значит, олива и пачули, очень нежный аромат. Дальше, следующее мыло, которое мы с вами дырявили, оно идет мыло миндаль и ши. Тоже такой нежный, сладковатый аромат, да, то есть, ну, миндаль, сами понимаете, как он пахнет, тоже не бьющий в нос. В общем, все мыло нежненько, на мой взгляд, пахнет. Вот это немножечко с такой кислиночкой, приятненькой сластиночкой идет. Сладко-кислое такое, да, лаванда и инжир. Тут, значит, я, кстати, лаванду очень люблю. Тут, кстати, вербена и лемонграсс. Ну, оно такое сладкое, да, то есть сладкое такое вот прям чувствуется, да. Вот, есть у нас линейка с вербена, так вот она каким-то виноградом пахнет, а тут какая-то другая вербена. Так, дальше, значит, лайм и базилик. Ну да, такое яркое, кисленькое мыльце, такой аромат очень приятный, но, ребят, не сильный, то есть вонять там на всю ванну оно не скажу, что будет, хотя очень, ой, вот это больше всех мне, наверное, нравится, это фрезия и пион, хотя пион тут не такой, знаете, не все любят запах пиона, но тут пион не такой, какой обычный пион мы ожидаем. Тут он куда лучше. В общем, мыло, ребят, мне понравилось и по консистенции, и по вкусу, и по запаху. Ой, по вкусу. Ну ладно, вы поняли, да, оговорочка. Как оно пенится, как оно ухаживает за руками. Но то, что оно, вот вы прям им руки помыли, и не надо прям никогда больше крема наносить, ну, это, конечно, нет. Но и не сушит. Ручки мягенькие, приятненькие. Все хорошо. Мне сначала показалось, что это обычное мыло, но, если честно, я не назвала бы его супер обычным. В нем есть что-то такое, что раньше мы не пробовали никогда, и не только аромат, но и вот эти вот консистенции, вот эти вот ощущения приятные. Далее, влажные салфетки для интимной гигиены. Я заказала штучек побольше, сюда положила только две. У них обалденный приятный аромат, артикул 2607, очень-очень вкусный. Вот, свежесть такая, что мне хочется такой крем для тела, мне хочется такой парфюм, мне все такое хочется. Вот знаете, как история с линейкой Океанум, да, все хочется, и парфюм такой хочется тоже, но вот, к сожалению, ну никак. Далее,
влажные салфетки универсальные. Вообще не сажусь работать, пока не протру себе стол. Мне нравится прям такая чистота. Они идут еще и антибактериальные. На прошлой упаковке тут было написано, но сейчас не написано. Но на сайте я почитала, что у них действительно антибактериальный эффект присутствует. Он никуда не ушел с перевыпуском упаковки. Артикул 115.50. Вот, они пропитаны эмульсией, которая очищает любые моющиеся поверхности. Да, то есть они в специальном составе. И вот, кстати, они сушат руки. Они сильно сушат руки, поэтому, ну, не часто. Я имею, да, с утра протерла, выкинула эту тряпочку и все. Далее, салфетки для экранов мониторов. Заказываю их тоже, как и это. Они первый год, и нравятся они мне очень. Они у меня лежат в шкафу, и чувствую, что монитор, ну, что-то заморался, ну, какой-то не такой стал, да. И вжих-вжих-вжих быстренько, да, то есть все очень удобно, вот. Далее, конечно же, биокапсулы для посудомоечной машины. Я не знаю, когда я уже закажу 10 штук, а как назло забываю переправлять, и они заканчиваются быстро, буквально за 5 дней, ну, потому что, ну, не 10 раз, ну, за 6 дней не могут закончиться, да, там 2-3 стирки в день, 20 штук, ну, сами понимаете, да. Вот, это я взяла с собой вот такие вот пробнички, ой, не взяла с собой, заказала с собой в дорогу, потому что мы с собой взяли пачку порошка, это не очень удобно, а вот эти были с очень хорошей скидкой в разделе персональной акции, бонус за покупку, и я набрала побольше для стирки в жесткой воде. Это для белых и цветных тканей. Биопятновыводитель взяла на всякий случай, да, то есть, ну, тут куча и пятновыводителей, и порошки, ну, порошка, понятно, я побольше взяла, поэтому я думаю, что, ну, пятновыводитель у нас есть спрей, поэтому я взяла его поменьше, но на самом деле очень удобно брать с собой. Открыл все, что нужно, да, посыпал на 1-2 раза, тут хватает. И все, и великолепно. Значит, артикул у них идет 119,82, 40 грамм. Представляете, 40 грамм. Поэтому, ну, там носочки детские застирать, там маечки, трусики. Все равно эти средства натуральные, биоразлагаемые. И когда мы куда-то едем, где приходится стирать вручную, ну, все-таки, ребят, мы используем этот порошок. Почему? Ну, потому что у дочки никогда никаких проблем не бывает. Мы же стираем и детское нижнее белье, а это говорит о том, что нужно все-таки заранее подумать о том, что может быть после натуральных средств раздражение от вредных фосфатных средств. Согласны со мной? Ну, такое бывает. Вот, далее, конечно же, прокладки ночные. 7 штук в пачке, длинные такие вот большие. Очень-очень нравится. Артикул 112.95. Ну, кстати, на четверочку. Не скажу, что прям круто, но хорошие прокладки. И вот эти просто огонь. Артикул 112.89. Вот, но все-таки ночными я первые 2 дня пользуюсь активно, особенно ночью. И днем могу пользоваться, но днем с ними не особо удобно стало после того, как их поменяли. Далее, смотрите, пару мыл жидких, мое любимое, очень приятно пахнет. Оно идет как смягчающее, бережная забота, артикул 86-82, очень приятное. Мужу очень нравится вот этот вот шампунь, зеленый чай, контрольная жирностью. Он идет против перхоти, приятный зеленый такой. Такой аромат зеленого чая очень вкусный. Это понравился папе. Ну, папа у нас такой уже свекор, вернее, да, седой с рыжим вперемешку. Вот, и у него идет 2 в 1, да, то есть шампунь и бальзам. Очень приятный аромат, все здорово, волосики, говорит, мягкие, приятные, мне, говорит, он нравится. Артикул 26.42, ну, вы помните про него, я уже рассказывала вам как-то в обзорах, что папе понравилось, и я теперь папе именно этот и заказываю. Далее, тонизирующий крем для ног Винотоник, батарея из 10 штучек, потому что маме с папой я отправляю в деревню, они там копаются, колбасятся, дом строят, в общем, у них там очень много всего, они прям там все на движе, как говорится, очень-очень у них много работы. И, ну, конечно, строят им строители, не они сами строят, вот, но все проконтролировать, это хуже, чем сделать самому, я бы вам сказала, по опыту своему, да, делегирование и масштабирование, могу сказать, что это действительно нервное, да, нервно, когда ты для себя что-то строишь, проконтролировать, там, ремонт делаешь, проконтролировать, это очень как бы так. И вот мама мажет себе и ноги, и руки, и всем, что есть. Артикул 1733 тонизирует кожу, ощущение свежести и прохлады, обладает дезодорирующим эффектом, результат — ухоженная кожа и красивые ноги, легкая походка. То есть способ применения: наносим массажными движениями на чистую кожу ног, ступни,
голени, бедра 1-2 раза в день. Вот мама 2 раза в день наносит, у нее быстро уходит, потому что она иногда и 3 раза в день может нанести, но ей это нужно. А все-таки 15 июня ей уже исполняется 63 года, а это уже немало. Да, и понятно, что она устает на огороде, но ей все равно очень надо копаться. Но покопается еще лет 5, а там посмотрим, может, уже и хватит копаться. Далее 1279 артикул, универсальный крем с аргинином, тоже взяла маме. Взяла 5 штук с собой ей, ну, по той простой причине, что она уезжает на 2, на 3, на 4 дня, и папа там тоже на спину начал жаловаться, потому что к мануалу мы его водили зимой, да, проплачивали ему сеансы, все, конечно, время уже прошло много, и он там с деревяшками, с бревнами бегает, тоже как бы уже не молодой, тоже уже за 60 лет, понятно, что хотелось бы, чтобы и он оставался здоровым, и как раз вот это вот идет как универсальное средство, которое содержит биоактивную форму аргинина и комплекс натуральных экстрактов, что в принципе тоже будет содействовать их лучшему самочувствию ее при подвижности. С сабельником им уже отправила, в общем, все им отправила, пусть мажутся всем вместе, пусть лечатся, строят свой дом. У них прям, знаете, они когда оба вышли на пенсию, они были такие потерянные, они не знали, что им делать. И вот когда мы их пригласили жить к себе, чтобы они продали квартиру и начали строить дом, они оба всколыхнулись, у них сейчас там такие споры, папа говорит, хватит туалета на улице, мама говорит, нет, мне надо посудомойку, мне надо стиралку, мне надо унитаз, мне надо душевую, что это такое, без всего, как так можно, папа говорит, нет, мне нужна кладовка, мама говорит, господи, тебе нужна кладовка, делай пристрой к дому и складывай там что хочешь, в общем, у них там так все интересно теперь. Да, у них прям, знаете, такой азарт начался, потому что они строят дом, в котором потом будут, ну, не жить, но на лето-то точно будут туда уезжать, приезжать. Папа очень любит собирать грибы, рыбачить, ягоды собирать. В общем, он очень все любит. Недавно принес нам целую корзину лугового лука. Мы из него испекли пирожки. Очень вкусно. Ну, в общем, давайте дальше с вами поедем. Значит, дневной крем лифтинг каскадного действия и ночной крем компресс каскадного действия. Это маме. Была очень хорошая скидка, и, конечно же, я ей взяла заранее побольше. 0,758 и 0,759. Считаю, что отдельно, по отдельности брать не нужно, хотя он по отдельности продается, нужно брать все вместе. Вот, гель для век у нее пока есть, поэтому я ей взяла и ночной, и дневной. Маски этой линейки тоже есть. А далее наш любимый чай тонизирующий. Очень вкусный, красный такой, приятный, сладкий, насыщенный аромат с кислинкой такой, да, то есть я его прям пью без всего, прямо без всего пью, без сахара, там, без каких-либо добавок. Мне он просто заварила в чайник пару пакетиков, да, и такой легкий такой, да, привкус у него, пью и пью, очень вкусно. Артикул 157-51, тут 21 фильтр пакетик, то есть они очень удобные, классно. Классно, классно. Пару пакетиков себе заказала, а то я... Так, ну и дальше подарки, как обычно, от компании Faberlic. Под рекномером Катюшки я заказала. Сейчас, значит, под своим рекномером забрала. Да, то есть у нас двойные подарки, потому что мы обе вип-консультанты. Катя серебряный вип-консультант, я золотой вип-консультант. И дальше идет клубника и лайм с клевером. Польза суперфудов, природные флавоны еды. Да, то есть очень понравился, решили повторить. Вот, чай Long Life зеленый, очень вкусный, приятный, тоже без сахара, без всего пьем. 16,069. Ребят, и тут у меня склад всего побольше. Это я заказывала и себе. Вот белый костюм взяла. Это для консультантов с 70% скидкой для вип-консультантов. Это бюстгальтер Spacer. Я себе беру размер 85C, артикул 83-250. Слегка из-за того, что я начала заниматься спортом, он мне великоват стал, но ничего страшного, износим. Да, я люблю новое нижнее белье почаще, если честно, прям обожаю. Вот. Ну, я его вам 100 раз показывала, поэтому смысла нет. Но вот что я беру с 70% скидкой для золотых вип-консультантов? Я беру нижнее белье. Далее кроссовочки.
Позже их вам покажу, когда буду все примерять. Хочу показать вот сейчас, потому что они, ребят, клевые. Очень качественные. Они мне немножечко слегка вот тут вот давят. Я хочу еще попробовать померить Катюшку. У нее 37-я ножка и посмотреть, как будет ей. У меня создалось впечатление, что это на 1/3 размера маломерки. Ну, вот не знаю, как вы меня поймете, но вот тут мне немножко узковато, потому что у меня нога широкая и короткая. То есть по длине мне подошли они нормально, а по ширине вот в этом вот месте они слегка мне сдавливают стопу. А это говорит о том, что у меня все-таки длина стопы, да, длина стопы, она у меня идет 37, а ширина 38. Поэтому у меня подозрение, что они маломерочки. Но хотя я в них могу походить, но я буду чувствовать, что мне будут давить и надавить все-таки в итоге. А кроссовки, это же должно быть комфортной обувью в первую-то очередь, да. Ну и вот точно такие же розовые. Качество обалденное, мне очень они понравились, прям безумно здорово, безумно классно, в общем-то, да. И одежду я вам, конечно же, покажу немножко позже. Также заказала мужу, как вы видите, носки укороченные мужские, да, то есть тут три цвета идут, артикул у 43-44 размера, артикул 820-443, да, идут такие голубые, вот они невысокие, да, то есть по култышке, или как они называются, да, и такие вот идут коричневые, серые и черные, артикул 820-445, размер 43-44 тоже. В общем, у мужа начали заканчиваться, да. Далее вот такая косметичка, тоже очень хотелось вам ее показать. Так, значит, набор из двух косметичек, материал ПВЦ, пластик, металл, размеры большая 14×20×7, маленькая 12. Вот такие вот они хорошенькие. Так, давайте с вами посмотрим аннотацию. Артикул 910-208, набор косметички, 2 штуки, материал ПВЦ, пластик, металл, размеры большая 14×20×7, маленькая диаметром 12. Да, то есть такие вот они хорошенькие, симпатичненькие. Мне что нравится в таких косметичках, ребята, и тем, что она просвечивает, можно увидеть, что тут лежит. Ее можно, да, то есть положить таким образом и смотреть, что тут лежит. Можно поставить, да, то есть как вам угодно. То есть это как раз то самое, когда действительно удобно со всех сторон. И мыться она будет, в принципе, хорошо, потому что она идет, получается, вот, о, да тут еще и 80 футболок войдет. Не, ну это я так утрирую, как обычно, да, вот если пару футболочек положить, то сразу вы увидите, что форма у нее такая вот интересная, да, как у коробочки, и двойная вот застежечка, да, то есть вот кругами можно. И маленькая, она точно такой же бочоночек. Ну, чтобы я сюда положила, да, все что угодно. Ватные диски можно положить, помады, да, то есть кучу помад, например, вот даже взять. Видите, помады хорошо очень помещаются, в принципе, да, великолепно. Что еще? Все что угодно, да, то есть, допустим, вам хочется отдельно тени положить. Угу. Тоже здорово смотрится. То есть такая вместительная, она очень даже вместительная. Ну, тональный крем, я думаю, что уже все, тональный крем не войдет. Тональный крем вот сюда зато войдет, да, видите. Далее идет такая вот сумочка. Такой упаковочке она вот приходит. Так она на самом деле симпатично выглядит, что даже вниз помещаются, как вы видите, кроссовочки. Да, я думаю, это здорово. Давайте с вами посмотрим аннотацию. Это сумка спортивная, идеально подходит для спорта. В сумке есть нижнее отделение для обуви и отделение для влажной одежды. Можно положить купальник после бассейна, влажное полотенце. Материал полиэстер, ПВЦ, размер длина 36, высота 30, ширина 19, высота ручек 15, цвет бирюзовый, артикул 910-173. Ну что ж, поехали я эту красоту открывать. Мне цвет ужасно нравится. Я такие цвета просто обожаю. Давайте смотреть дальше. Значит, тут надпись Faberlic Sport. Ну, я не знаю, мне кажется, что тут... Ну, это просто покрашено и со временем выстирается. Так, дальше, значит, ручки обычные. Такие тканевые. Сама ткань такая вот, да. Так, дальше, значит, первое отделение открываем.
Тут у нас клееночка вставлена. Очень даже плотная такая, гибкая, не тянется. Можно разрезать, порвать, поэтому тут надо быть осторожной. Так, второй отдел. Очень удобно, прям вообще, ребят, в тему. Тут уже такая обычная она, да, то есть обычный такой вот подклад. Ну, более такой пленочный, что ли, да. То есть, ну, да, уже мы обычные вещи складываем. Как вы видите, тут не глубоко, из-за того, что снизу тоже есть отделение. А, нижнее отделение. А, вот оно где, вот тут открывается, да. Ну, и нижнее отделение, это под обувь, да, под обувь. То есть, сюда мы положили обувь. Сюда мы кладем там купальник, влажное полотенце, а сюда все остальное, что нам нужно. Удобно, ребят, классно. Отличная сумка. Угу. И причем она так аккуратно, хорошо, качественно пошита. Мне нравится. Я такое очень люблю, тем более я собралась ходить в бассейн. И сейчас у меня вопрос к компании Faberlic. А чем мужчины хуже? Чем мужчины в бассейн не ходят, что ли? Почему только женская? Вот хочу такую же мужскую. Ну почему вот, да? Так, далее еще одна очень интересная сумка. Я ее заказала ради любопытства. Значит, она идет артикул 910-207. Сумка пляжная с термоотделением. Материал полиэстер, полиуретан, пластик, металл. Размер 28 на 37 на 14. Размер термоотделения 15 на 37 на 14. Высота ручек 25 сантиметров. Артикул 910-207. Давайте теперь посмотрим на эту черную красотку. В принципе, черный цвет прикольный, потому что он подходит подо все. И, ага, так, значит, ручки реально длинные, такие же тканевые, как и, в принципе, у этой сумочки, да, ничем не отличается, просто цветом. Угу. Так, тут у нас идет, кстати, ребят, не очень-то и крепкая, да, то есть, если вы битком набьете, то на это вы уже не закроете. Она магнитная, да, то есть, она может размагнититься легко. Так, дальше, это что? А, это карман с логотипом Faberlic, получается такой наружный. И что внутри, она тоже получается неглубокая. И вот это вот идет термоотделение. Ну что ж, поехалите с вами. Так, 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 так. Угу. Тут кармашек. Ну и, в принципе, хорошее такое термоотделение, большое, вместительное. Угу. Даже мороженое войдет. Штук 20. Серьезно. Вот. Ну и хорошо вот так вот ее поставить. Сверху, да, полотенце, там, что вам нужно, солнцезащитки. А тут что-нибудь холодненькое попить можно. Ну и не только попить. Можно косметику спрятать, если вдруг кто-то любит, да, там, косметику с собой брать. Ну, прикольно. Мне бы хотелось, чтобы оно было, может быть, была бы возможность сделать два раздела. Потому что иногда хочется два абсолютно разных вида. Да, охладить, да, получается, может быть, косметику там, да, чтобы она не перегрелась, и еду, угу. И тут уже о-ко-ко-ко-ко, хочется, да, и вместе уже как бы не положишь косметику с едой, хотя можно в отдельные пакетики тоже разложить, ничего страшного, можно искусственно создать разделение, да, любыми пакетиками. Ну, хорошенькая такая сумочка. Прикольная. Самое главное, цвет такой, что она подо все подойдет, да, то есть нету такого, что вот мне под эту сумку нужно подбирать купальник, если она вот единственная, да, в компании Faberlic. Эта сумка подо все подойдет, это прикольно. Огромная, тяжеленная сумка. Она реально, я не знаю, сколько она весит, но она реально сама по себе тяжелая, ребят. Если в нее еще что-то сложить, мне кажется, ее сможет носить только мужчина. По-другому ну никак, просто о, даже одной рукой сложно поднять, а это, конечно, не есть хорошо, да, то есть вот тут сколько что помещается, чего, да, то есть вот такой хороший отдел, мне кажется, из-за него она столько и весит. Может, я еще что-то где-то не заметила, но вес просто обалденный. Да, мне кажется, из-за этого. В общем, пока я ее вам снимала, у меня руки устали и накачались, честно вам скажу. Вот так-то вот, да. Значит, это у нас идет, получается, сумка модель женская.
Вот, все увеличиваю. Цвет бежевый, размер 40 на 35 на 14, она реально большая. Артикул 600 683, верх искусственная кожа, подкладка текстиль, гарантийный срок 30 дней. Ну что ж, давайте смотреть. Да, ну вот в принципе, какие у нас шовчики, да, то есть все прямо тут хорошо, все шовчики отлично просто, да. То есть, ну, у меня вот нареканий нету ко швам. Ага, аккуратно, довольно аккуратно все сшито. Мне понравилось. То есть, единственное, что мне не нравится в ней, это ее вес. То есть, просто носить с собой пустую сумку уже можно устать, ребята, это серьезно. Вот, ну что ж, давайте смотреть верхнее отделение, да, то есть есть сумка, ремешок, чтобы вешать на плечо, да, вот они, вот эти вот застежечки тут по бокам. А далее первый кармашек пошел, ткань очень нежная, приятная, ну это чтобы влажность не попадала, да, то есть вторая сумочка на молнии. Так, с одной стороны все гладко, вот что-то тут пошло не так, сейчас я вам увеличу, да, то есть видите, что-то тут... Походу надо будет вернуть, да, то есть вот это не грязь, это что-то вот, вот видите, ну да, я такое, конечно, не хочу, вот, но это бывает, и не факт, что это вот на каждой сумке. Так, поэтому давайте продолжим обзор. Так, и вот так вот это отделение. Ага, значит, ну тут такой, ну сотовый телефон войдет, конечно, но вот это то, что оно так вот весит прям невероятно круто. Это, конечно, да. Это, конечно, все. Ну, и закрывается, да, с обеих сторон, получается. В общем, я даже не знаю, как эту сумку описать, потому что, ребят, я, честно вам скажу, растерялась впервые в жизни. Сумка возвратная, как вы понимаете, потому что там немножечко получился брак, да. Видите, непонятно, что это такое. Но это уже не отмыть и ничего с этим не сделать. Да, то есть тут уже, мне кажется, что компания будет отправлять обратно тому, кто это наделал, и они будут уже менять ей на качественную сумку. Да, то есть куда были сумки заказаны, там и будут переделывать. Ну все, мои хорошие, все остальное, все вот эти вот кучки я вам уже покажу на себе в следующем видео. И кроссовочки еще раз примерю, и Катя примерит. В общем, посмотрим, посмотрим.